Hello everyone, welcome back to my channel. And before we start, please subscribe to the channel, subscribe and follow my other social media. Yeah, so this vlog will be in Russian, so please turn on subtitles. Всем привет, добро пожаловать на мой канал, и сегодня я наконец-таки записываю влог. Как вы могли заметить, на канале очень давно не было влогов, и я как-то, если честно, разучилась это делать, но ничего страшного, потому что сегодня, именно сегодня, я возвращаюсь в Экс-Тим! За эти 2-3 месяца я получила так много сообщений и комментариев. Кика, ты что, ушла из Экс-Тим? Почему у тебя нет видео Экс-Тим? Вы что, больше не дружите? Что происходит? Почему ты ничего не рассказываешь? Но рассказывать нечего, просто я из Казахстана, из города Алматы. Ну, я кореянка. Мы находимся с ребятами в двух разных странах, поэтому видеться с ними так часто, как мне хотелось бы, у меня нет возможности, и каждые 2-3 месяца я просто летаю к ним, потому что я соскучилась, хочу их увидеть, поснимать видео, ну и так далее и тому подобное. Вот, и сегодня наконец-таки день отлета, так что давайте собирайте вещи! Наверху стоит, давай сразу сделай обратно тебе на альфа. Сейчас пережила такой стресс, не знаю как, но мы добрались до аэропорта, успели, прошли, и через 30 минут вылет. Самый стрессовый стресс в моей жизни. A few moments later. Я приехала, друзья. Что-то так пусто. Родной Иксо. Hello. А я думала, все уже спят. Конечно, спят. Тёпа, тысячи лет тебе не видел. Здравствуйте. Так много людей. Так, я уже поспала, отдохнула. И сегодня у нас вообще фотосессия с ребятами, где мы наконец-таки увидимся. Так что сейчас буду собираться. Здесь у нас фотосессия. Вот здесь, собственно. У нас закончилась фотосессия, сейчас мы
рождения! За тебя! Классные. Это Соджо. Ехала на общую съемочку с ребятками. Мы здесь сегодня в зеленом, и мы парикмахеры. Мяу. Это мяу. Очень на работу. Гастарбайтеры на работу. Закончили? Да! Вау! Чего не кричите? Ура! Алиса лучше! Свободу письки! Ура! Вы посмотрите, что она там издевается! Ужас! Ребят, торжественно расстегиваем эти бодики! Everyone, welcome back to my channel. And before we start, please subscribe to the channel. Теперь давайте обложку. Ну что ж, ребят, примерно вот так вот прошла моя неделя, вернее, просто пролетела. Я безумно рада, что увиделась с ребятами, мы вот так вот собрались, поболтали. Плюс еще поснимали вместе, давно не было таких крутых общих съемочек, вот. И плюс я сняла очень много мукбангов специально для вас, и очень надеюсь, что они вам понравятся, я очень старалась. Вот, сейчас мне уже нужно идти бежать и собирать вещи, потому что я кое-куда улетаю, но об этом вы узнаете в следующем влоге. Так что следите за новостями и подпишитесь на канал. Благодарю вас за просмотр, всех люблю, всем пока-пока!